В аэропорту Сочи иностранцев снова принимают электронные визы. Необходимое оборудование для них было установлено в 2020-м, но в том же году, в разгар пандемии, их перестали оформлять, и сейчас ограничения отменили. Такую визу значительно проще получить, чем стандартную. Ее появление — инициатива сочинского депутатского корпуса и городской администрации. Система была установлена с 18-го, пройдены все этапы согласования, но в 2020 году из-за пандемии было распоряжение правительства приостановки этой визы. И благодаря, опять же, совместной деятельности с депутатами Государственной Думы, в 2020 году, 14 июля, мы теперь можем принимать туристов и деловых партнеров с 52 стран мира. Электронный документ действует в течение 60 дней, из них 16 дней иностранный гражданин может находиться в России.